Николаевская средняя школа отметила 100-летний юбилей. По случаю праздника устроили торжественное мероприятие. У школы вековой юбилей – это очень серьезная дата для нас, для всего Камчатского края. Да и в целом, хотя по формальным критериям Николаевская школа, в общем-то, одна из небольших сельских школ, она стоит совсем особняком у нас в крае. И благодаря вашим, дорогие друзья, педагоги, ученики, успехам заметно и на Камчатке, и на Дальнем Востоке, и по всей стране. Глава региона пожелал коллективу школы процветания, успехов и вручил директору и работникам образовательного учреждения заслуженные награды. Слова поздравления прозвучали и от главы Елизовского района Сергея Тюлькина. Чтобы всегда царила вот такая атмосфера, добрая, хорошая. А пожелать хочу всем педагогам, вот сегодня поздравляли, да, и все имена, которые звучат, это сегодня лидеры. Лидеры, я почему говорю, а именно народного образования Елизавского района, как любил говорить Николай Васильевич Жеребцов. Я желаю только успеха, удачи вам и дальнейшего процветания в вашей школе. С праздником! Николаевская школа воспитывает ярких и одаренных детей, которые раскрывают в ее стенах свои способности. Наша школа очень большая, у нас очень добрые учителя, и мы много где занимали первые места. Наша школа вообще впереди. В нашей школе работают очень хорошие учителя, которые пытаются остаться у нас навсегда в сердце. Мы всегда будем помнить свою школу. В первую очередь, я, наверное, обожаю нашу школу из-за того, что она дает колоссальный рост и дает возможности, чтобы развиваться личностно. Добавим, в 1923 году в поселке Николаевка открыли начальную школу. Помещения не было, и все-таки на сельском сходе решили обучать детей. Оно проходило в доме Герасима Яковлева. Он сдал свой дом на улице Советской в аренду для школы. Учеников тогда было всего 16 человек.